Исполнилось 130 лет со дня рождения Михаила Фрунзе. В Ярославле прошла церемония возложения цветов к памятнику известному военачальнику времен Гражданской войны, председателю Реввоенсовета. При жизни Фрунзе несколько раз бывал в наших краях. В 1918-м его назначили комиссаром Ярославского военного округа. В этой должности он приезжал проверять подготовку частей, отправляемых на фронт, выступал на общегородском митинге трудящихся. В памяти о визите в 1986-м установлен бюст Фрунзе на пересечении двух проспектов. Авторы проекта – скульптор Бичугов и архитектор Новиков. Любопытно, что бронзовый бюст отлили в Ярославле. В связи с тем, что в Москве очередь на отливку памятника была на 2 года, нам пришлось делать это все в районах своего города и в районах области. Многие крупные заводы отказались это делать, и пришлось делать на моем родном заводе, где я раньше работал, электровозоремонтом. Сложности были в том, что ни печь не позволяла там сделать это по весу плавки, ну и по другим причинам. Но, тем не менее, был найден выход, и памятник Фрунзе был отлит. Что касается обработки, то была у нас реставрационная мастерская. Шаульский Владимир Владимирович взялся за это дело и сделали обработку в чистовую этого памятника. Весь постамент и все благоустройство, которое здесь вот находится для постановки памятника, было изготовлено народной стройкой.